Россия – страна с богатым туристским потенциалом. И российской курортной отрасли есть что предложить своим, в том числе зарубежным туристам. Внутренний и въездной туризм в России сегодня – это колоссальный перспективный рынок, значимая часть российской экономики. И как любая отрасль бизнеса, внутренний и въездной туризм в России имеет свою деловую площадку, на которой обсуждаются текущие положения, проблемы и перспективы. Международный туристский форум SIFT традиционно проходит в Сочи. В этом году с 22 по 23 ноября. Как обычно, в рамках SIFT состоится конгрессно-выставочное мероприятие. Его важность подчеркивается поддержкой федеральных и региональных профильных ведомств. В целом же сочинская площадка имеет федеральный масштаб и объединяет несколько деловых форматов. Помимо выставочной экспозиции, это деловая часть и так называемая практическая, что позволяет участникам и гостям турфорума полноценно решать их бизнес-задачи. В дни турфорума пройдут международная туристская выставка «Курорты и туризм», гостинично-ресторанный бизнес, конгресс, стратегические вопросы и практические решения для внутреннего и въездного туризма в России. Участие в турфоруме – уникальная возможность продемонстрировать все аспекты организации отдыха, туризма и лечения, познакомиться с новинками и заключить прямые договоры на сезон 2019 года. Он актуален в том числе и потому, что он проходит как раз, во-первых, мы убиваем несколько зайцев. Первое, это он у нас проходит в ноябре месяце, это самый низкий сезон для загрузки наших отелей в городе Сочи. Поэтому мы его стараемся наполнять разного рода событийными мероприятиями, в том числе вот сейчас это будет международный туристский форум. Во-вторых, на этот туристский форум мы собираем все заинтересованные стороны в части проведения очередного туристского сезона 2019 года. И здесь уже, присутствуя в городе Сочи, люди, предприниматели, на основании той информации о тенденциях новых, о новых направлениях, уже принимают решение, как им дальше вести свой бизнес. И, естественно, каждый год появляются новые турагентства, новые туроператоры, которые также планируют продавать город Сочи, они также приезжают к нам и заключают договора с нашими гостиничными предприятиями, санаторно-курортными предприятиями.